научиться хорошим манерам и помочь спасти жизнь. В рамках школы этикета пройдет благотворительный вечер-лекция. Все собранные средства пойдут на лечение одесситки Анастасии Сысоевой, которой поставили страшный диагноз – лимфома Ходжкина. Сейчас девушка находится на лечении в Израиле. Стоимость одного дня в больнице обходится в $1000. Настенька – молодая, очаровательная девушка, которой 20 лет. Она учится на архитектора и, к сожалению, весной она узнала о своей болезни. Ни родные, ни близкие, безусловно, не теряют надежды. Мы собираем большую аудиторию для того, чтобы помочь Настеньке побороть эту болезнь. Радует то, что до сих пор мы получаем заявки, есть много желающих помочь Настеньке. Встреча пройдет в этот понедельник в 18:00 в отеле «Фраполи». Обязательный взнос – 300 гривен. Группа формируется из 30 человек. Но так как заинтересованных людей достаточно много, это не последний благотворительный вечер, обещают организаторы.